Всем привет! Ой, Ленка, сегодня на обед, смотрите, какие шикарные пирожочки. Также кофеёк, ну, девочки, ну как без кофе. Мальчики тоже. Виталику огромный привет. Смотрите, какой шикарный кофе. С пенкой. Какие пирожочки. А вот Ирина Сергеевна себе позволить может, а вы нет. И пишите там в комментарии. Вот ты бегемот. Не, я не бегемот. Пирожок с рыбой, короче, вкусный. Мама мия, какая вкуснятина. Мне не жирно, вам не знаю. Так ведь? Такие пирожки-то есть. Да. Видите, какой вкусненький, с рыбой, с рисом. Пальчики оближешь. Аленка! Приходи в гости, смотри, какой пирожок. Кофейка тебе налью. Пирожочек отрежу. Вот такой вкусненький. Даже два кусочка тебе отрежу. Ты хоть худенькая, но ешь как слон. Да, Аленка? Какие вкусные пирожочки. Так что все, девочки и мальчики, Ирина Сергеевна будет кушать. Вот такие шикарные пирожочки с кофейком. Ну, а вам приятного просмотра, приятного аппетита. Сбегайте в холодильник, возьмите огурчик с помидоркой и скушайте. А я буду есть пирожочки. Всем пока-пока!